Что на ужин? На ужин индейка. Хорошо уже прожарилась, я ее час жарила, обмазала сметаной, посыпала соль, перец, провансальские травы. Пропеклась со всех сторон, видно, что пар идет. Лучок я добавила мелкий. И напряженка с картошкой. Что же делать, когда нет картошки? Обычно картошку добавляю, что-нибудь такое. Что делать с гарниром? Ну, будем выкручиваться, значит. В магазине вчера со скидкой взяла бургеры. И вот я решила срезать мяско, добавить салатик, помидорки. У меня в хозяйстве остался один сыр кусочек и будет два маленьких бургера с индейкой. Ну что делать, когда с картошкой напряженка и надо что-то приготовить на ужин. И есть кусочек хорошего мяса, только что зажаренного, пыхтит еще из духовки. И вот с этого мяска ломтик срежу сейчас и буду делать бургеры. Обрезала я часть мяска со шкуркой. Я люблю шкурку. Помидорки, салатик. Можно еще огурчик добавить. И бургеры. Ну и закончу сыром последний кусочек. И все складываю в булочки. Мяско, салатик, индейка. Индейка как курица, в общем-то, мясо практически одинаковое, похожее. У меня немножко осталось шкурочки, я сюда добавлю себе для вкуса шкурочку. Кто не любит, не добавляет. Сыр, томат и немного в духовку отправлю, чтобы сыр расплавился. У меня от мяса осталось много соуса. Я полью немножко этим соусом булочки верхние. Нижнюю в духовку поставила, а вот верхние, чтобы они пропитались, я полью вот этим соусом. Еще у меня есть лучок, который поджарился вместе с индейкой. Ну и огурчик. И можно все соединять. Сыр подплавился. И я доливаю соус на мои верхние булочки, добавляю лучок и огурчик. Ну, примерно так выглядит. На одной булочке, которую я подпекала, мяско лежит индейки, помидорка и сыр, который справился, и немножко салата. На второй, который сверху я буду накрывать, лежит лучок, который запекался маленький, с индейкой, огурчик, салат. И я полила вот этим соусом крышечку, чтобы она была сочная. Можно добавить кетчупа, но вот соус мяса есть, что не использовать. Ну, конечный вариант выглядит так. И рядом салатик, если вдруг сухо, можно еще в прикуску салатик взять. Ну что же, на сладкое. На сладкое есть мороженое. Евро 80 килограмм мороженого стоит магазин Lidl. А что добавить к мороженому? Ну, например, орешки. Ну, например, варенье. Вначале орешки, а потом можно еще немножко вареньем полить. У меня вишневое. Ванильное мороженое с джемом, ну, с вареньем вишневым и с орешками. Вот такой вариант на ужин. Ну и вот мой ужин выстроился. Здесь есть мои бургеры с индейкой. По-быстрому, пока она пеклась, я занималась другими делами. Потом я срезала мяско с косточки. Подпекла немножко, чтобы расплавился сыр. Добавила туда зеленушку, салат, помидор, огурчик. Верхние шляпки я пропитала соусом с индейки. Мороженое ванильное у меня есть, напиток ментоловый, сироп, разведенный водой. Немного есть фрукты. Ну, основа вот это. Мое такое вечернее блюдо. Бегала по делам, не успела за картошкой, поэтому надо было что-то думать. Мясо вроде бы как есть, но с чем? С макаронами на ночь. Ну, вот бургеры вышли вот такие, вот два маленьких бургера. И приятного всем аппетита! Подписывайтесь, заходите на мой канал, будут новые идеи, новые рецепты. Скромненький ужин, будний день.